И всем привет, на сегодня Арсей, с вами покажу, как получить вот такой вот шлем Ванс в Роксе абсолютно бесплатно. Поехали! Так вот, чтобы получить шлем, вам нужно идти в PlaySpot, ссылка в описании, там будет игра, может остаться вызов прямо здесь, и вам нужно по всей этой карте найти 10 пеналов. Сейчас я покажу, где они находятся. Первые три я уже собрал, поэтому я просто покажу, где находятся, но их у меня уже не будет. Вот в этом магазине был первый пенал. А вот тут вот был второй. А вот тут вот был третий. Тут находится четвертый. Тут пятый. Тут шестой. Тут седьмой. Тут был восьмой. Девятый. И вот тут вот находится последний, десятый. Собираем его. И все. Нажимаем ОК, получаем достижение, значит, следующий мы получили. И всем пока. С вами был я, Арсей. Пока.